Я — темный лорд, нападающий на героев и пытающийся пролить их кровищу. И для моих противников это не просто защита героями, ведь я делаю улучшения на монстров, прокачиваю бараки, засылаю героев и даже сам вмешиваюсь в эту битву. Каждая победа над противниками дает мне ценный ресурс, без которого у меня практически нет шансов выжить. Но мои оппоненты хоть и играли дикими стратегиями, все равно были очень осторожны, и поэтому мне приходилось идти на хитрости. Всем привет, друзья! С вами Вадим 2К Хаос, и мы играем в карту Temptation of Blood. Что, читерит, да. Что ли? Да. Да. Да, вообще. Он показывает, где ты бегаешь, что ты делаешь. Шок. Имба. Я еще обилки могу смотреть, у кого я какие прокачанные. Так я нигде не бегаю, его ничего поэтому... не делаю. Его жесть, я тоже так могу. Да. И когда я постарался разные линии прокачать сейчас, потому я что их две купил. Обычно я качаю одну и ту же линию. Сейчас, чтобы они сложнее было противникам. Миджабуля, да, это очень сложно, Вадим. Миджабуля, ты просто делать. Женщина? В чем твой смысл, Миджабуля? Да. Точно, а нормальный булька. Да нет, я имею в виду, в чем смысл героя? Чертов шовинист вообще. У него мало СП, это хорошая новость. Я вам, короче, что он умеет? Как женщина в этой игре. Ну, хилять. Пока хилять может. Что у вас миллиард мурлоков, миллиард всего вообще. Как это гасить? Я, конечно, гаргами летаю тут, чтобы раненого добить, но, блин, тут никто не ранен вообще. А, классные сплывы у меня. У меня сетка, криты, верный бросок и перевоплощение в химеру летающую. Неплохо. Верный бросок, это хорошо. Мне верно бросать. Вадим там своими гаргулями. Да я их даже не контролил. Блин, живите, живите, нежить, родная. Увечья на меня. Для Яшки будет тяжело жить, Вадим, честно говоря. Да, потому что у вас башни, фигашни, я не понимаю, что. Мурлоков больше, чем моих крипов. Да, это точно. Правда. Надо как-то что-то с этим делать, конечно, непонятно. О, монетка. По-моему, нежить не должна жить. Вам так не кажется? Слушай, Смертник, да ты можешь фармить еще лес сразу же одного. Я не могу. Они сильнее, чем да? мои юниты. Да. Я уже проиграл. Ну ты 1200 хп, нихера себе. Блин, еще и увечья. Да, так надо тебя увечать всячески. Нет. У меня 91 атаки и минус 94. Я хиляю своей атакой, что ли? Наверное. Почему нет? О, я могу продать крипцов. Все, бэбки пришли. Так, надо делать грейд на атаку какую-нибудь. Дорого все. Очень нифига дорого. Нифига себе. Ух, нифига себе. Где нифига мне себе? Мне стукнули по голове. А за Мурлоков? О, я за Мурлоков деньги. Я осуждаю этого Шадова. Надо его... 800. Что это за бред? 800 урона спел. А сколько у вас деревьев, друзья? Что творится ну вообще? Красавчик Шадов. Да откуда же я знал, что у них спел на 800 урона или крит, я не знаю. А почитать их урон там, ну не знаю. Шадов красавчик, он... У них 71 атаки, откуда 800, блин? Добавил чего-то интересного в эту игру, Шадов красавчик. 15 назад сказали, что мобов не надо, бить не сложное пока что. Шадов? Не знаю, что там. 15 секунд назад, Шадов. Блин, а можно как-то, чтобы вы стали послабее? Нет. Смотри, там Вадим, просто лейте сильный, чего ты так смог говорить? У тебя сильный лейт, а ты еще что-то там злишься на нас. Давай, сиди. Туманное одеяние манга. Сиди вообще. Просто что-то шторм урезонил. Ну, в лейте имба, какая ему разница, что у нас сейчас армия деревьев? Я в лейте имба, давайте, я за. Где я имба? Ничего не помнит вообще. Сейчас ультра имба. А кто я помню, тут крипы резают, я не могу проходить. Так что. Ну я не знаю, ты не застраивай путь, много делаешь. Меня закрыли. Нормально, шарик не дали, да? Никакого проекта. Резаются они травы. Нет, вроде. Не надо закрывать. Да ебать, блин, сейчас реген будет. Ай, нубство, надо одновременно, чтобы все влетало. А имеет смысл рабочего убивать, нет? Давай, еще одну. О, 22 голды, изи. О, Вадим, твои... Блин, еще и гарга сдохла. Ника, молодцы, ребята. Шадошторм, красавчик, почти спалил. Он почти я вообще все сделал. Шадошторм, основной у вас. Я готов Вадима. Помощник Вадима. Я думал, вы хороший, а вы мне тут гарг гасите. Ну, в смысле, я тебе сообщил, дал шанс. Да, в смысле, ну, я пришел, добил гаргу этим своим ледяным взрывом. Так, ну тут явно нужна катапульта. За что? Сфорс не может с Симьянгом разойтись.
Вообще. Застряли, бедные. Есть предмет на уменьшение КД способности? Вряд ли, конечно. Думаю, нет. Что-то размечтался, Акторин Кур себе захотел. Песчаный червь. Эх, вытащил! Начал погулять. Они дальники! Видимо. Деревья дальники, ребят! Даже стоя, да. Жесть какая, вы что, вы сейчас пойдете, мне базу просто снесете, да? Кстати, почему нет? Не, не может, там неуязвимая база. Если Антонида со мной пойдет, я бесконечно их спамлю. У меня за каждую 5 маны, типа, спамлю дерево. Лол, у меня инком больше, чем у нее. Неуязвимая база. Сейчас. Да кто застроил рудник? А, пройти можно. Какой рудник? Кто ты тут всегда? Идите колотить, ты строитель. Может, башни снесем? Чужие? Не, еще рано, они неуязвимы. Пока нельзя. Они там на какой-то минуте открываются. Дерево куда-то идет уже в атаку. Мурлоков просто целый зоопарк. Где можно ману восстановить? Ой, точнее, есть предмет на восстановление маны? Нет. У нас целый рассадник. Маска, скобе, хрустальный шар. Не могу найти. А можно мне армию смертника нафиг? На секундочку. Да господи, как неудобно, что тут застроил кто-то. Шадо, меньше найти я, плиз. Когда инком? Мне нужен инком. Что там, у меня, посмотри предметы. Подскажите, пожалуйста, а где маска Соби реально? Вот тут, где? Давай, делаешь грейд, а здесь собираешь через рецепт. Вот, а, вот, я нашел. Же пингую. Кольцо маны. Кольцо регена и кольцо хп регена. Все, нашел. Я забыл про рецепты. Застроили да все. Бац. Ой, я, кстати, неуязвимый. Тут еще дерево подкопали ко мне, алло. Вы что творите? Молниями фигаришь. А, ё-моё, это пассивка, я думал, тактика. Блин, Сигдач понастроил своих магазинов, непонятно, какой наш магазин. Инкомит опять. Мало инкома, Вадима. А где инком-то виден вообще? 386. Я не знаю, я вижу инком нежити 386. Ну, у нас... А у меня больше. Нежить. Я не знаю. Справа пишется. Я тоже пишется. У меня не пишется. А. Окей, Вадим, у тебя 413 инкома. Мы просто эти шпионы нежити, понимаете? Поэтому мы знаем, какой инком нежити. Ах, вы шпионы какие. Так мы твои союзники. Что бы менять, пошли. Всегда получил урон этого героя. Че? Я просто, я как будто не воин, а материал для создания мурлоков. Ну, видимо, да. Есть, на самом деле. Какова жизнь твоя? Да не, бред. Он вообще не сейчас уйдет. Книжки перебросить? Господи. Книжки нет, наверное, да? Ё-моё, там смерть. Где убрать тебя? Какое дерево? А где ты? Вот это что на базе. Я могу вот вызвать вампира, чтобы получить ауру вампиризма, но я не уверен, что это вообще хоть как-то поможет. А что полимарк мне до 10 тысяч лет? Не, ладно. Конечно, юниты в этой карте это вообще шок. Ямьянка, а ты можешь контроль даже? Убегай, Жень, не убегай, то надо дефать. Понял. Я как бы полимарк, еще буду секунд 20. Если не 30, поэтому тут видео у меня полимарк. Может, башню сломаем, ребята? Не сломаем. О, нормас, поддержка. А, за башню я денег даже не дали. А, нет, дали, походу, денег за башню, ёшкин кот. Походу, хорошо дали. А что всегда с первого уровня до сих пор? А он только построил героя. Я стал полезным. Вадим, ты получаешь деньги за мои деревья? Да вроде да, черт пойми. Ну вот зато дерево я, по крайней мере, много получил, но хз. Сторожевая змея тут еще. Да господи, как тяжело ходить по базе. Моим крипам тоже тяжело ходить по вашей базе, если честно. Ну, ты знаешь, ты не должен тут ходить. Надо башни ломать, темные башни, погнали. О, вперед. Давайте ту, которая ману выжигает наверху сначала. Да. А потом ту, которая стреляет. Они без разницы, они сейчас еще ничего не делают. Да. Ну и да, сейчас ничего не делают, надо. Но надо сломать первую ту, которая выжигает всю ману, иначе... Да, я полностью согласен. Больше паники, Шадошторм, давай. Паника. Это Шадошторм чего-то ожидал.
Больше паники еще ожидал. Маловато паники пока. Крипы! Мне нужны крипы. А нормально, что мой скелет-танк имеет 500 хп, а скелет-лучник 1000 хп? Да, нормально. У кого-то броня лучше. Я еще атаки им 150 дал. Что на меня вечно увечья вешает, Вадим? Да это тут форс. Да-да-да. Деревья нападают. Я развею, Жень. Спасибо. Блин, какие деревья, конечно. Тут и человек, конечно, стоишь развеивать. Ну, кстати, мурлоки реально очень жестко ломают. О, деревья, да. Не-не-не-не-не. Отправь остальные деревья уже зеленую ломать башню. Зачем они здесь? Половина деревьев, отправь. Не переживай. Ну ты зря сюда столько деревьев ведешь, братан. Зря. А смысл? Мы уже полбашни сломали, надо было уже другие места вести их. Офигеть, деревьев тут. По крайней мере, я так считаю. Не надо, не вспоминай. Вы должны побольше денег давать за этих гадов. Интересно, почему у нас есть персонаж, который тоже скелетами дерется? Потому что... А слушай, а почему у меня... А, Емельянг дал контроль. Емельянг дал контроль деревьями, прикольно. Ну, так я попросил, да, потому что он тут застраивал ими. Ну, братан, боже, дай тоже контроль, а то твои деревья, они иногда, ну, мешают. Очень сильно, я бы сказал. Да. Ну, давайте я всем дам контроль. Так, центральную башню еще сломать надо. Нет, не надо. Так, а что там? 5 золота надо, чтобы улучшить. Кексик. Так, 120. Кексуля. Блин, у меня одна катапульта, и она нифига не бьет башни. Она с мурлоками воюет. Ну, потому что они не фортифают. Блин, ты что, устроил всю базу? Ну, камон, ну что ты натворил? Наоборот, базы нет, ничего. Базы нет. Там между линиями не пройти. Это лес, Вадим, тут нет базы. Ой, блин, я не думал. Ребят, смотрите, я открыл бы дорогу почти, ребят. Смотрите, сейчас будет дорога. А, я понял, с чем у вас проблема, все, без проблем. Дошло, да? Ну тогда вы не говорите, просто говорите, проблема есть. А, да, мы не говорим, что пройти практически невозможно, за каждые 3 секунды. Мы просто ноем, я понял. Да, так вы ноете. Я ною. Кекс, давай, застроим все нафиг, что они вообще? Будет сделано. Запри их на базе, да. Только мешаются, зачем такая команда нужна? А есть какие-то здесь эти ауры? Да. О, диспел пошел. А чё раньше нельзя было диспелить? Я не могу героям добраться до драки. Мурлоков диспелят? Да, всю игру ни черта не делали. Тала. На. О, теперь базу ломают. Ладно, уйди, помоги базу ломать, чинить. Ладно. Ты все равно не дойдешь никогда в жизни до сюда. Ты прав. О, базу у нас ломают. Да снизу он там. Ну снизу немножко там, но мы там отдефали. Да я не могу эти деревья всю дорогу заплатили. Деревья нас ломили, и нормально. Деревья пипец, конечно. Теперь мы отсюда не уйдем никогда, я прав? Да. Блин, я случайно вампира своего рассеял, ну я молодец, конечно. А, кстати, Миджабуль, кажется, такая механика, что они типа же главные. Да? Миджабуль, у тебя тут этот, можно книжки купить за 100 голов. Огород строй! На опыт. А мне уже не надо, у меня больше нет прокачки. То есть я могу призывать только. Понял. На дороге, по крайней мере. А это... деревья воды, не забывайте, что в алтаре есть грейды. И они на ваше здание тоже будут работать. Ну, на пеньке, мне кажется. В алтаре? Вот это главный герой? Да. Вот алтарь героев, да. Выбери его, и там грейды покупай. Да. Ну все, теперь наш лесник еще будет более прокачанный, да? Нет, есть ничего такого. Нет, есть там. Не-не-не, это... А, уже сделали просто. Забей, уже сделали. Нет, это же на наших. Сейчас, подожди. Просто оно как странно работает. Здоровья. Там же были прям грейды. Вот только что я сделал. Алтаря. Может, кто-то один их, что ли, может делать? Просьба большая всем, у кого много юнитов, не ставить их на дороге, на проходе. А, вот сейчас он мне принадлежит, и я могу делать грейды. То есть, кому принадлежит, тот и может делать грейды. То есть кто подошел или там тут выбрал? Только на здание, на ХП восстановление. Ну так, а башни не здание, что ли? Не. А хотя... тут есть предмет на я чьи-то боевые когти поднял. Ой. Вы что, пытаетесь понять, башни здание или не здание? Реально дает им ХП и урон. И что? Все, я делаю. Шарка мощь.
Вы какие-то про геймеры, блин. Я еще проигрываю тут. Ладно, не на 100. Ой, что-то я не того. Да, нет, зачем меня-то? Мои бабки. Агрессивный Вадим. Скелетики, скелетики. Ребят, сверху прорывают немного. Просто... Ну, моей башням урон не повышается все-таки. Только защита. Ну, тоже неплохо. Блин, отлично, я взорвал, конечно. Молодец, Вадим. Спасибо. Подрывник. Да я вообще дикий подрывник. Не, ну надо еще так делать, чё? Что-то слишком много армора получается у тебя. Так, ну-ка, сколько у тебя дэмэджа? О, кстати, нормально дэмэджа. Мобов своих у себя уведи. Куда? Я тебе промигал. И химера. В сторону захимерился. Да. Я же говорил, что у меня классные сплы. Я атаку прокачал, я пытаюсь что-то сделать. А, так у меня еще в ней сплэш огромный, жесть. Классно. Блин, почему аур нету? Вот у меня типа юнит, который, ну, герой, который ставит юнитов. Аур нету. Смысл такой. Пойдем химеру убьем, ребят. О, бэбки! Блад! Захватил. Пас! Ну, там меня Миджабуля, у тебя юниты опять стоят. Миджабуля, дай контроль. Миджабуля, что ж ты делаешь? Что, кекс? Опять. Кекс, руина. Все, всем дал контроль. Где какое дерево у тебя? На центре? Я не достаю до него, у меня ТП-шет-то тут. А че игнорим-то дерево, алло? Я тебя сплэшую хаосом. А, цель неуязвима, ну зашибись. Кекса даже вообще не тронуть. Ну да. Я дух побед, видишь, бывалый. Да писец ты. Дух обеда. Чё, кого замедлять-то? У меня еще. Ладно, дух обеда это я, наверное, все-таки. У меня еще один спелл есть на 6-м левеле, пока я 3-й только. Как получить его, не знаю. Нифига ты медленно левел. Качаешься. Книжки, книжки опыта же есть. Ну да, книжки не покупал. А мы можем играть с деньгами или нет? Не можем. Запрещено механикой карты. По-моему, можем. Чем мы можем? Чем мы можем? Мы можем скидывать друг друга. А, можем мне не давать, окей. Просто да, скиньте мне чуть-чуть. Сколько тебе надо? Ну, тысяч. Тысяч. Пять. Тысяч сто. А, чуть-чуть, да? У меня 400 голды, Вася, нет, ты свободен. Ладно, все, спасибо. 100 голды, хочешь? Все, спасибо, давай. Скажи свой ник, блин, я туплю, у меня звук пропал, я никого не слышу. Братан. Рад, брат. Почему? У тебя ком деревянный, что ли? Что у тебя звук пропадает? Да, у меня интернет деревянный, всего лишь 500 мегабит. Ё-моё. Ничего не хочу сказать, но мы всегда чем гады. О-о-о. Кого-то хейтит. Каждый килл это просто какой-то пот невероятный. Помянем. Все, мы призрак победы убиваем, Вадим, ты проиграл. Да. Какой призрак? Я залагал. Я еще и обидели. Так, я уже отлаженными движениями. Мы тоже отлаженными движениями монетки уже. Кирёх, вызывай, долби. Зачем смертника по имени называть? Вообще никогда не понимал. О, я большой. Ну дай смертник монетку. Ну ладно. Нравится, ну, мне нравится его назвать Кириллом. А Кирилл? Тебе не нравится? Имьянг, забери счастливую монетку, ты блинком можешь. Вот здесь. Поздравляю. С чем ты поздравляешь? С монеткой. Красавчик. Так, что, есть там ТП-шный? Есть да? Вообще, но что-то не особо. Я. Нафигач. Давай. Найди меня, Вадим. Где я? Тостфорд 2200 КП. Опять. А где он вообще? Стоп. И теперь я нормально фармлю. Блин, еще он и фармит. А, я думаю, почему мне на мид никто не приходит, я понял. Почему? Потому что там ТОС. А, да, ТОС заблокировал понял. Линию, гад. Да. Сволочуга. Если что, убивай его, мы не расстроимся. Да попробуй, блин, его налить, он жирный писец. Я могу его гаргами, конечно, ковырять всю жизнь. Ты скажи, мы можем подблочить его. Так его надо очень долго блочить.
Задолбетесь. Мы линию выстроим, короче. Емьянкова застроит. Ой, что это было так громко? Это Меджабуль. Кирюха? Что у вас там за планы? Ай, Гаргули нападают. Я ему силу такой. Мы с ним прям команда. Проблема только в том, что у него он интовик, а не силовик. Да? А, ну все, Гарга отравлена. А, ну зато лимит освобожден, ладно. Гарга, конечно, неуязвимость к магии. Вообще на изичах. Экстра неуязвимость. От магии. Да, это как яйцо из Легион ТД, да, с неуязвимостью своей. Да, да, ложный. Становится полностью неуязвимым. И так, оп, и умирает. А, знаешь, умирает от страха, нет боли. Тут опять монетка в блинке. Шадл, стой. Что такое? Шадл, стой, это его новый ник, что ли? Да, я тоже думал, не можно правильно. Шадл, отстой. Вот это правильно. А что ты сделал? ХП тебя повысил, дураку. Ой, спасибо. Мне без ХП тяжело будет, особенно если Вадим заметит, что у меня меньше всего ХП было тут недавно. Теперь у меня больше ХП, чем у самого лоу ХПшного. А ты где вообще? Самое обидное, что я не могу эту фигню на себя кидать. Я бы с удовольствием кидал. Никакого эгоизма. Да, это, кстати, печально. Почему нельзя реально? Ты был шторм. Застерял. Прости, я уже все схавал, да. Man, they left me broken. Всегда чужие призраки. Забери монетку, убивает. Ладно, ты мне дал деньги, держи одну. Нет, не всегда. Ой, вторую успеешь. Не успеешь. А я не могу ее взять почему-то. Что ты, Шторм, такой болтун. Кирюх, тайминг. Что у вас там за командные какие-то темы? Мне аж страшно. Знаю. Он скоро такой же жирный будет, как этот, как Тосфорс. Да, сейчас, кстати, ты можешь этого игрока поддержать, постоянно бить, потому что у тебя Гарг, точнее, Дух Виверна больше... Вадим там драконов настроил своих. Так а что делать-то? Надо что-то делать, а ничего не делается как-то. Имен, забери монетку под башню, под этой постройкой. Кто это? Всегда заруинил. Забери монетку. Опять, что сделал? Уйни, френдли, Вадим. Дракон летит. Блин, не отбеги. Миджабуля. Миджабуля-ля. Да, за Миджабуля-ля. Кто черепах сюда позвал? Не надо. А, не, вы справляетесь. Я хз, кстати, есть ли смысл? Но если я 55 инкома за это получаю... Наверное, есть смысл, чипа, так как инком раз в 30 секунд. Не факт. Ну, кстати, не такой вроде сильно плохой пинг. У кого Женя, пинг? Женя же создал. Ну, в принципе. А, Женя, да-да-да. Если бы я создал, ты бы увидел пинг. Неплохой, говорит, пинг. Нет, я что-то задумал, что... Что-то хватит петь-то. У нас не концерт, тут нафиг. He's waiting for love. Концерт Шадоушторма по заявке. Шадоушторма, да, без заявок причем. Бесплатно. Бесплатно, без заявок. Могу бесплатно спеть или послать вас нафиг. Кирю, дай денег. А мне ты его особо. А, вот что ты его по имени называешь, что он тебе денег давал, да? Это уже странный фетиш какой-то. Ну, типа, смертник денег не скидывает, а Кирюха, может быть. Прикольно. Угадал мой план. Когда Тосфорса-то взорвем, ребят? Невьянк, у тебя там уже 3 монетки в башне в этом возле статуи. Ты туда не тэпаешь и не забираешь их. Сколько можно? Монетки. Ужас просто. Во имя правосудия. Отличный план. Меджабуль, живи где-нибудь в центре базы. Бедный кекс. На вас. Не отдал монетки Шадоу Шторму. Ну, Флинк, ну зачем ты прям на дороге построил своих драконов? Ну построй ты их где-нибудь, где не дорога. Да блин, ну какого черта? Крипы! Вадим Анлаки. Пожалуйста. Пожалуйста, блин, да тысячу даже хп не пробиваю. Отстой, конечно. Это очень грустно для тебя, да. Согласен. А он самый лоу-хпшный у нас, Вадим, он самый лоу-хпшный. Да ладно, а я-то атаковал Тосфорса на самом деле. Да. Жирного. Ну, я имею в виду, что тебе делать? Тебе нужны драконы, наверное, без драконов не делать. Ну, я просто думал, что два дракона тыщеночку-то пробьют, но нет.
Не работает. А это все? Можем его убивать? Чешу? Призрака? Призрака. Если вот с этой стороны встанешь, то ты сможешь его убивать. Дайте 200 голды кто-нибудь, пожалуйста. Окей, я тебе дам сейчас. А, 200 голды. Убьет меня. На. Спасибо. Давайте. Спасибо. Кирюха дал? Где монетки? Нет. Ну бери монетки, ладно. Писец, то Урен пошел. У меня просто уже под базой стоит, и вообще пофиг их. А. Ну не прям пофиг, ну да. Блин, мне почти хватает на когти. Эх, надо еще... А я, это я. 10. Это я понял. Я жесть понял. Какая, да это жирная фигня вообще, уберите ее. Подожди, 10 монеток. Кто-нибудь. Нет. Блин, а дерево как-то быстро ломается от призрака. А призрак победы ты уже выманил, серьезно? Да я случайно. А да? Давайте подеремся. Там уже победа за горами. Мы его так уже убиваем почти. У нее такая прикольная скорость атаки, 12-28, хаос атаки, но скорость атаки классная. Не убивай меня, нет! Ладно, улетел. Гасите всех там, призраки. О, спасибо за хил. О, кровь дали. Подняем ману по регене. О, минус кекс. Кекс. Нормас. Под пилота мы приносим жертву, получается, там в любом случае. Да-да-да, вместо меня. А, нет. Отлагал, нифига. Кекс тут нахер он выжил, да. Жесть. Обидно. Кекс красавчик получается. Да, я цепляюсь за жизнь. Прям... Ну обидно, потому что Вадим вылетает после одного тика, а этот не вылетает после десяти. Он ушел на базу этому. Да пусть он там сидит. Давайте не будем через призрака побеждать. Вот туда. Да, куда-то. Призрак туда. Это скучная победа. Вот, смотрите, я вижу, как его бьют. Вон, Вадим его бьют, да. Когда он умрет, мы можем ничего не делать. Вадим скоро сам проиграет. Вадим, реально твои юниты убивают призрака, который заставляет тебя проиграть. Неуязвимость купи. А где можно? Я представил бы, если бы он сейчас выжил, я бы вообще писец зарейджил. Да, ты бы, наверное, сгорел бы. А где я призрака победы это сношу? Вадим, на нижней линии. Возле темной башни снизу. Ребят, купите зелень неуязвимости, реально, это же мба, оно дешевое. Если мы не будем подойти, то ты, в принципе, будешь поделать. Вот, ты меня замедляет, злодей. Злодей. Какой увлекательный геймплей. Кого там на фоне разговаривает? Не у меня. Это Шторм. Да как? Алло! Нет, никого нету. Вы лжете. Шторм сам будет руками вырезать. Не надо. Ну, ауры были в этой игре. Пошел вырезать. О, нет, Вадим убил меня. А, блин, еще и перерождение. Отстой. Нет, тут монетка. Можно было, конечно, подумать, что у коровы есть перерождение, но с другой стороны, ладно. Понял. А что там происходит возле башни? Не знаю. Можно пофармить. Веселье. А когда башни уже станут уязвимыми, реально? Что за фигня? Да это еще не скоро. Да никогда. Сейчас призрак зарешает, он убьет башни. О, ура, мне хватает на когти, наконец-то. Шторм, тут Вадим это дракона оставил, убей его, может. Ща. Вот тут. Бегу. Он тут сама накупил. Где дракон? Покажи мне. Вот, всегда чего бьет. А, всегда чего может, реально. А, реально дракон, блин. Ну! Вперёд, 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 тайминг. Пец, блин. О, монетка. Ровно одна, спасибо. О, башня неуязвимая. О, все, пошёл ломать центральную. Нет, 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 башня. Ну там призрак проблемы стоит. Башня, живи. Ой, нет, что-то я сейчас помру. Что тут такие юниты сильные? Ты слабый. Они реагируют. Вадим, я раненый. Вадим. Не, Вадим не хочет меня убивать. Ну ладно, я тогда его пошел. Вадим хотел за тобой дракона. Вадим хочет Меджабулю, все хорошо. Да, блин. А Меджабулю неуязвимость научился прожимать. Так можно было раз? У меня 400 хп было. Да. Я Кайлами тебя не убил все равно. Все равно я бы тебя не убил, к сожалению. А меня убил бы. У меня тоже с неуязвимостью. Вадим, зачем? Зачем ты это сделал? Я должен был проверить. Ой, лол. Прием близок к обеду на базу нам. Нафига? Чего ты? А, ну случайно. А, я умею, сейчас умру. А, кекс, бля. Умирать нельзя. Это я, да. Не подводите его на фонтан. Он же отхиляется. Бедная идея. Ай, блин.
Бля, эта хрень сейчас там базу сломает, ребят. Мем. А вы под фонтан очень грамотно его ведете. Не-не. На фонтан не уводите? Гений просто на команде. Фигач, это просто, ну... Он специально... Ладно, давайте убьем. Я думаю, его в бок увести. Не трогай, я грива. Просто пусть там сидит, и все. А она на базу пришла. Главное, не агрить ее. Какая там сидит? Че, плевать. Нет, ты чуть не загрел. Осторожно, Женя. Да нет, там... Нормально, да? Жесть. Ну, в принципе, я могу ее химеру... Там такая сочная монетка. Монетка. У меня химера и криты. Я, в принципе, могу убить. Сколько птиц у вас? Вы что? Голубятники, блин. Голубятники. Не, ну, кайф, что призрака победы, конечно, под фонтан отвели. Вот это вот мой любимый момент. Мы можем вообще в любой момент его уже убить. У нас достаточно урона. Не берется, да? Меньше будет. Бегу на помощь. Стой, не, да, хотя не, у тебя есть это зелье неуязвимости? Короли. Так, а тут на всех линиях этот жирный пришел или только на одной? Да, да. Король скелет. Я, честно говоря, не положил. Понял, зачем на меня увечки дать? Я ж не бью. Если что, неуязвимость. Да, я тут сижу, просчитываю каждое увечье, конечно. А автоматически кидается? Нет, да. Я... А, не, ну банши кидают, конечно. Что-то я кидаю, ну кого увижу, того кидаю. 800 голды дают за башню, приятно. Жесть. Ну го. Да, башня очень жирненькая. Блин, а я гулям качаю, атаку качаю, а что-то толку вообще нет. Гулям? У тебя гули есть? Да. Были когда-то. То есть гули уже нет давно? В смысле? Не было изначально. Гули это самые современные мои юниты, между прочим. А-а-а, да? Да, это высокотехнологичное оружие. Ой, я призрака победы чуть не загрел, надо осторожно здесь с ним. Ну и шра-ра вот этот. Там что-то говорили про вурдалака. Ну я супер прокачал своим атаку, я надеюсь, что они как вы... Не, а птиц вообще бесконечное количество, птиц скоро будет больше, чем моих юнитов. Будет весело. Ну, твои юниты умирают, птицы нет, логично. Ну их в принципе, да, уже больше, чем твоих юнитов, Вадим. О, отлично, мне на перчатки хватает. А, я пассивку не убирал, что ли? Хорош. Меджабуля, кстати, уже не самый дохлый персонаж у нас. Да, у нас есть полезный тиммейт. Да, я его запал. Дач получается. У тебя птичек убивают. У меня герой есть. У тебя есть герой? Нифига себе, Вадим. Самое время обнаружить героя. Ой. Так, и что, есть тут кто-нибудь? Обнаружен герой. Да. Меня больше не пугало, что на базе стоит, ничего не делает. Кекс! Монетки собирает. Страшно. Да. А вот смотри, смотри, как могу даже вот так вот. Оп. Кстати, вообще... Ты мало то, что привёл к нам на базу, ты решил себе попервиться? Пэлс Шакитарика — это ровно 370 голды. Только это... вот медицинский тракт дает не только 111 хп, так еще и защиту. Медицинский тракт — это что, дорога в смысле? Я как... Я силу даю. Трактат это ещё то, что ездит. Я не знаю, что это тракт реально сказал. Вместо трактата. Что, Шторм, если бы ты был силовик, если бы ты был... Оно бы тебе еще атаку давало. А, ты силу даешь. Не, нифига ты жесткий. Не, ну я, конечно, антикрасавчик, что героя не брал, но хз. Иди, он покажи его во всей своей силе. Вон он. О, я видел его. Блин, а этих я не могу атаковать. О, стой. Тоски летающие. Ваше решение? Так, а как вас пробивать-то? Призрака победы убей, а победишь. Может, это так и работает? Кто убил, тот и победил? Maybe. Мы не знаем всех секретов. Ну нет, я думаю, нет. Я думаю, это просто нам нужно его убить, типа. Да. Ты что за хрень бежала? Да это вот мой герой. А, чуть не хватит, да? Неуязвимость, неуязвимость, неуязвимость! Да блин, он уже прожимал.
Да это моя хрень, я все ждал, пока не уяз, блин, пропадет. У меня что-то юниты тупят. Алло. Не тормозим. Тупят. Я очень сильно прокачал атаку своим. Ну да, конечно, я зря героя не юзаю, но с другой стороны, у меня не особо бы хватало внимания его юзать, если честно. Потому не, ну, что когда тут... атаку прокачал, ну, это стало заметно, стал прям пробивать неплохо. Ну, это призрак хорошо, ушел. Но мне для внимание, следующей... Внимание, призрак ушел. Для следующей куда? Прокачки нужна реально кровь. Реально, бежал. Он обратно. Он упал, серьезно, а, сам боевые хорош, когти, да. Перчатки мощи, рунные браслеты. Перчатки мощи, перчатки мощи. Это что такое? Так, ну что, крипцы, давайте, поперли. О, они даже птичек тут гасят. О, тут форс худой. Он пролез. Нашел. Я большой, но худой. Это снайпер? Меджабуля теперь стал снайпером. Да, у меня ничего не поменялось, но у меня нет глаза. Меджабуля, ты очень громко врываешься в чат. Покидай его. Он через динамики играет. Да, писец. Просто с ноги врывается. Че мне может Shadow Storm? А, этот, получается, хранитель душ воскрешается. Если герой не интересует, еретика. О, Вадим, спасибо за дракона. Бам, минус дракон. Черный. Все. Короче, мне надо было еретика вот этого взять поганого, и все. Он выходил бы с линии и кидал бы вас в темную стаю. Но я думаю, что ты умрешь сейчас, тут форс. Мало что понял. Да у него же перерождение, по-любому. Перерождается. Так, мне надо сейчас каким-то образом, я не знаю, могу барак улучшить, но толку, я же ничего с ним сделать не могу. Мне надо кровь каким-то образом получить. Нужно больше золота. И все будет хорошо. Пипец, Шадоу, 1800 криты, может, не надо? Ну, это я только в химере такой сильный. А так я обычный... Так, сказали, может, не надо? Ну, я все неуязвимость купили, да что за команда такая? Умные. Ну, вот этого челика мне, конечно, надо было, да, вызывать с самого начала игры. Он сильный, в принципе. Ну, правда, почему он сильный? Потому что я ему атаку качнул просто как бешеный. Если бы неуязвимость стоила бы где-то 400, я бы еще подумал, прежде чем покупать. 80 голды, это типа, ну, типа вообще. 80 голды, халявка, конечно. Да, 15 секунд неуязвимости за 80 голды. Да, вообще. Ловко придумали. Это просто мем. Так еще и складывается, стакается. Только тот без неуязвимости, но у него перерождение. Так что я тоже без неуязвимости. Ну, почти. Почти без неуязвимости, это как? Ну, у меня скилломано. Почти. Не понял, почему я не собрался. Меня больше прикалывает, что я смертнику на стака уже 73 силы. А он разумист. Разумер. Ой, неправый. Кто с неправым загрел? А, когти мне нужны. Какой гений. Какой ты гений? Я тоже заиграл. Где нейтрал, я помогу победить. Может, подеремся, ребят? Может, не будем ходить возле героя? Просто дебилы. Заиграл. Это Кекс. А, как Кекс. Обычно. Кекс, как обычно, ему неинтересно играть, поэтому он руинит. Ну, на помощь. Пять скрипы какие-то тупые. Тост Форс рядом стоит и вообще наплевать. А он убегает. Не, я не стоял, я убегал. Ну ты убегал, поэтому да, они... но я имею в виду, что они тебя не трогают вообще. Исследование завершено. Так, ого, сфера огня тут валяется. Имба какая-то. Кирюх, не хилься. Не, не хилюсь. Вот, ушел. Я закупиться шел. 3000 хп. Я не могу просто. Блин, я не туда попал, что ли? Да не, не я просто. Нас сносят, ребята! Успех! Блин, у меня денег много, а толку вообще нет. Так вот призрака просто убьем. Топазики только раз сносят нас. Собрались, ребята. Ну, можно просто призрак убить уже и закончить. Исследование завершено. Офигеть, тут воздушный флот. Блин, ну зря. А маски вампиризма? Конечно, я это нету, да. О, есть просто зелье вампиризма. Зря я не подорвал. О, демон какой-то от меня пошел. Странно, я его вроде не посылал. Ну это не ты послал, да. Буля, что с тобой случилось? Кровопиец. Так что, призрака будем гасить, не будем?
На меня просто в лицо пару раз ударили. Я тут уже его демон, помню, ребята. Даже. Что это за демон такой? Конечно. А может этот не будет Меджабуля через колонки играть тут? Меджабуля козлина. Это не я. Так это не я. А кто? Кто всегда один? Я наушники надел. Красавчик. Убил демона, давай. Ем Йонг, блин. Молодец. Что, надо идти танчить это, чтобы... Ах ты гад, Вадим, подловил меня. Койл лишний. Ага, а естественно, я всегда один. Это всегда говорит, да, чтоб тебе... Чтоб на тебя нагнали. А, нет, это... Флинк, что? Давайте, ребята, тащите. Ой, мы сейчас проиграем. Флинк был. Да-да-да. Надо убивать призрака, ребят. Все, какого уже. Призрака убивать и этого? Нам сейчас базу сломают. Надо призрака сначала убить того, кто базу ломает. Я не согласен. Последний шанс. Кто встал? Ну Меджабуля! Чего я возвращаюсь? Базу задефать. Я дефаю базу, иди тебе эти призрака. Я могу базу в соло дефать. У меня сейчас форма. Да, дефайте базу, ребят. Идите давай. Призрака. Так если нам сломают базу, мы проиграем, гений. Да, разве? И у нас уже пол базы горело. Где призрак? Где призрак? Добейте призрака. Успеем, успеем, успеем. Я задефал, да? Я сейчас говорю, я в соло задефал базу. Идите, бейте призрака всей толпой. Или у меня криты, мне пойти бить призрака. Ты бей призрака. Да он уже почти умер, все. Куда ты бежишь? Куда ты уходишь, блин? Я задефал, вы справитесь там сами. Ладно. Пипец, у вас тут демонюшка. Битва. Ай, призрак, нет! Ну, походу, мне достаточно силен, конец. Чтобы в соло дефать все волны. Добейте его, все. Спасибо. Главное, базу было подефать пойти. Жалко. Ну я почти убили. Опять меня обзывает эта чертова карта. Ну я, конечно, зря пару раз косякнул. Да блин, просто 50 птиц и один герой. Я не туда попал, не давил и жалко. Ну, непонятно, за счет чего мне дали суперсильного челика. Вот. Но в целом выиграть реально. Получается, вот это нововведение в плане героя. Почти все время его не было. И что-то как-то я его не замечал. Но, опять-таки, он, конечно, сильный с 7 грейдами на атаку, которую я сделал лейте. Ладно, всем пока.